Сергію, передусім вітаю вас із поверненням на батьківщину, із звільненням із полону. Ми з вами зустрілися на території медичного закладу, тож перше моє питання, як ви себе почуваєте? Настроєння і здоров'я в порядку, все добре. Розкажіть тоді, будь ласка, як для вас розпочалося ось це повномасштабне вторгнення Росії і як ви опинилися разом із побратимами на Азовсталі? Зустрічав війну, як і всі мирні люди, у себе вдома, в своїй квартирі, в родном Мариуполе со своей семьей. И вот это известие, конечно, повергло всех в шок, в недоумение, в большей части в неверие того, что происходит. Ну, когда ты слышишь грады, работы артиллерии, все, то, естественно, понимание начала войны приходит тебе очень быстро. Вот. Соответственно, все подразделения, все городские структуры были приведены в определенный режим работы. Так, учитывая то, что я бывший милиционер и находился на пенсии, работал. Вот, соответственно, я вышел на связь со своими ребятами, бывшими сослуживцами, поинтересовался, как у них дела, какие, чем город занимается, чем занимаются силовые структуры. Ну и предложил, спросил, нужна ли в чем-то моя помощь или содействие. Вот. В ответ услышал о том, что да, конечно, помощь, особенно ну, старой гвардии, как говорится, которые знают город, знают специфику, она нужна и будет крайне полезна. Мы занимались теми задачами, которые, в общем, присущи работать теперь уже полиции, ну, полиции в целом. Это охрана общественного порядка, помощь, оказывали помощь в эвакуации мирного населения, особенно, как вы знаете, теперь уже мы знаем, это Орджоникидзевский, левобережный район нашего города. Вот. Развозка продуктов питания, доставка воды. Ну и с каждым днем обстановка становилась все тяжелее и тяжелее, кольцо сжималось, выхода уже другого не было, как уходить ко всем подразделениям, находящимся в Азовстале. В ночь с 14 на 15 апреля началась массовый прорыв так на завод Азовсталь, на территорию завода Азовсталь, который длился несколько дней. Вот, к сожалению, прошел и не так гладко, как хотелось бы. Я имею в виду, что много ребят и погибло во время форсирования реки, потому что мост был разрушен, естественных переправ не было. Які у вас безпосередньо обов'язки були під час перебування на Азовсталі? Ну, ми, наші ребята, поліцейські, я имею в виду, які там знаходились, в основному наша задача була це охрана тунелі, де знаходиться доступ к питьевой воді, или, вернее, технической воді к забору, щоб не було проведено каких-либо диверсій, либо прохода врагов, орков этих. Вот. Охрана выхода из бункеров. Тобто ви виходили на такі патрулі, але вже підземні, якщо можна так сказати. Ну і вся життя проходила під землею, да. Виходили наверх тільки групи на позиції, які займали позиції, либо ну, другі там мероприятия проводились. Тобто бували такі дні чи навіть тижні, коли ви не бачили сонця і неба? С каждым днем таких пробитий, пробоин было все больше и больше. И, в общем-то, поднявшись, не обязательно выходя наверх на землю, на саму, на траву, можно было полюбоваться солнцем и облаками через пробитое отверстие в бетоне. Ви так романтично про це розказуєте, але ми знаємо, наскільки страшно це було. Ми всі бачили і показували нашим глядачам ці жахливі кадри, коли кожного дня були обстріли, летіли оці важкі авіабомби на людей, на тих, хто перебували в Азовсталі. Розкажіть, будь ласка, яка атмосфера була всередині у такі моменти і ну, як взагалі це можливо було пережити, коли розумієш, що таке летить просто на голову. Я скрывать не буду, это действительно было страшно. Все, даже находясь под землей, все шатается, все трясется, где-то лифтовое оборудование провалилось, посыпалось, где-то рядом упала пыль, ржавчина, все это стоит, оно стоит несколько часов, потом не проходит, поэтому ну, остались живы, в общем-то, после этого радость того, что авианалет, отбой воздушной тревоги. В який момент ви зрозуміли, що ось ця фортеця вже повністю оточена ворогом і що, в принципі, ситуація стає дедалі критичнішою? Орки, вони пытались прорываться, хоча кілька разів спробував штурмувати, вони поняли, що це безполезно, тому нас просто уничтожали, я имею в виду, що бомбили і рушили всю інфраструктуру, в тому числі і заводську. І нас всіх, і командирів всіх, парні, придеться пояса підтягнути, хоча, в общем-то, ніхто там не шикував, і такого прямо ізобілля у нас нету, тому предупреждали, що
Еды, допустим, со следующей недели будет чуть меньше, ее будут выдавать чуть реже. Воду тоже экономить только на питьевые, на готовку надо было. Почему? Потому что мы понимали по тому напору, по тому количеству сбора воды, которая поступает, что ее тоже становится меньше. И отсутствие медикамента. Вот это основная головная боль, которую мы видели каждый день и понимали, что и раненые страдают, и оперировать их уже нечем. То есть из здоровых парни переходили в 300-е. К сожалению, были и 200-е тех, кто погибал. Згадайте, будь ласка, той день, коли було прийнято рішення про вихід із Азовсталі і здачу в полон. Як ви і ваші побратими це сприйняли? Сразу хочу сказати, що вопрос, мнение практически всіх бойців о том, щоб здаватися в плен, і в тому числі і командирів, даний вопрос вообще не рассматривался, потому что мы знаем уже примеры с 2014 года, к сожалению, таких много негативных, что о чем-то договариваться с орками, о чем-то верить им, это абсолютно нельзя. Даже о предоставлении зеленого коридора, когда вот Иловайский котел, когда выходили, мы понимали, как говорится, будем стоять до конца уже, что будет, что будет. Все-таки надежду никто не терял, что нам помогут, либо придет подкрепление, либо другие какие-то оперативно-тактические действия будут приняты. Ну а потом уже было принято решение о том, что уже многие знают, о, скажем так, не о сдаче в плен, а о прекращении сопротивления. Сжали всю волю в кулак, стиснули зубы, и надо выполнять решение, в конце концов, остаться в жизни и потом применить свою силу и здоровье для дальнейшей борьбы с врагом. Это все-таки лучше, на мой взгляд, чем остаться, в общем-то, погребенным в Азовстале. Ми бачили ось ці автобуси, до яких запросили військовополонених уже наших захисників, як вони їхали кудись під дулами автоматів. Розкажіть, будь ласка, як ви добиралися і що було далі? Всі ми виходили, кожен зі своїм оружием в руках. Ми не виходили з піднятими руками, що, в общем-то, теж зіграло дуже такий моральний момент був такий, що, да, ми все-таки не здаємося в плен, як от з білим полотенцем, там, с белым флагом и с поднятыми руками. Нет, мы выходили. Одним из условий этого эвакуации с завода было то, что нас будут охранять и заниматься нами будут только представители России. То есть контакты, какого-либо контакта с ДНР, ЛНР у нас не будет. Ну, что касается Еленовки, куда нас сразу всех вывезли, ну, сама процедура, конечно, сразу неприятная. Тут не могу ничего сказать. Во-первых, это сдача оружия, потом обыск, досмотр личных вещей, твой досмотр, фиксация твоих данных, посадка в автобусе, конвоирование. Все это необычно, непривычно. Размещение в самой зоне в Еленовке. Все были размещены по баракам, вот, по несколько сотен человек. И, в общем-то, да, там происходило наше дальнейшее содержание. Я знаю, що багато деталей ми зараз ще не зможемо обговорити, тому що у полоні перебувають наші хлопці і ваші побратими. Але коли ось під час великого обміну вся Україна побачила, в якому стані повернулися наші захисники, просто жахнулися. Ну, тому, якими люди були до полону, якими вони повернулися. Розкажіть, будь ласка, в яких умовах ви там перебували і яке було до вас ставлення? Питание было действительно скудное, действительно его было очень мало, оно было очень ограничено. Насколько вы схудли під час полону? Ну, если в цифрах, если это так принципиально, 21 килограмм. Каша на завтрак, жидкая каша на обед и та же каша на ужин. Ну и по кусочку хлеба. Особенно молодые парни страдали тем, что не доедали. Естественно, молодые растущие организмы, хочется, да, отдавали свою порцию хлеба. Вот для того, чтобы, ну, поддержать парней. Я знаю, что вы пережили ось цей удар по Оленівці. Погибли ребята, очень и раненых было много. Да, это произошло уже после отбоя в ночное время. Мы услышали взрыв, увидели языки пламени, это разлетело шифер, в том числе и на территорию наших бараков поприлетали осколки. В общем-то, потом нам уже стало известно о том, что это был взрыв именно в бараке, который был заселен вот нашими ребятами. Никого туда не допускали. Я знаю, что длительное время к нам на Еленовку ни экспертные группы, никто не приезжал. Ну, по всей видимости, расисты там, видно, пытались
что-то спрятать, что-то зачистить, что-то прикрыть, что-то заменить, подменить. А насколько это далеко от того бараку, в котором вы перебывали? Ну, пусть будет метров 500-600, вот так вот я вам скажу. Неизвестность угнетала, куда прилетела, где прилетела. Як далі складалася ваша доля після цього інциденту? Ну, все дело в том, что россияне, они же полностью не выполнили условия договора о том, чтобы мы находились все в Еленовке, в эвакуации в Еленовке под охраной именно российского конвоя и их вот этих, ну, ФСИНа, сотрудников ФСИНа, службы исполнения наказаний. Все дело в том, что потом большую половину, ну вот до моего убытия, развозили этапами по другим зонам. И я был этапирован 1 сентября в Горловку на зону, туда нас перевели, а это чисто уже зоны, которые охраняются ДНР и НЛР, ЛНР, уже язык уже запутался с ними. Вот, поэтому, ну, там условия совсем другие, и персонал совсем другой. Охранники ДНР – это совсем другие люди, это очень жестокие, это очень озлобленные люди. И содержание, в том числе, ну, уже теперь можно говорить, и физическое насилие было приемлемо с их стороны. Им это создавалось такое впечатление, что им доставляет это удовольствие. Вот. Допустим, им показалось, что вот мы медленно забегаем в столовую, им вот показалось, или медленно выбегаем, да, вот им, вот они посчитали, что нужно вот, если они вмешаются в этот процесс, то это все пройдет гораздо лучше. Да. А для того, чтобы вмешаться в этот процесс, что нужно использовать? Использовать, естественно, средства, это резиновые дубинки. Чи відчували ви якесь світло в кінці цього тунелю? Еще будучи на Азовстале, когда вот командир Редис доводил до нас все это принятое решение, главнокомандующий, он нам сразу так и сказал: парни, мы эвакуируемся в Еленовку все. Ну и шутя, не шутя, но он так сказал. Но говорит, да, нас всех поменяют, мы там долго не задержимся, не переживайте. Он вселил такую нам надежду, но он сразу сказал, что планов на лето никаких не стройте. Чи розуміли ви уже наприкінці цієї темної сторінки у вашому житті, що ось-ось має відбутися обмін? Чи він став для вас таким же сюрпризом, як і для усіх українців? Да, сразу говорю, что вот эти все обмены, перемещения, передвижения, ты до последнего не знаешь, где тебя высадят и что с тобой происходит. Хохлов, Иванов, Сидоров вот зачитали фамилии, в барак минимум вещей на выход, все. А куда, что, ты не знаешь, тебе не говорят. И все, после этого тебя передают конвою, подводят тебя там на выход, передают конвою, завязывают глаза, завязывают руки, и ты ничего не видишь, не понимаешь. Потом шум летного поля, шум самолетов, тебя погрузка. Опять же вопрос, куда. И когда уже пересадили нас в теплые автобусы, уже пришло осознание того, что, в общем-то, все где-то, где, а где мы не знали, где нас везут на обмен. Что вы побачили, когда нарешті сняли эту повязку из вашего обличчя? И что відчули, когда зрозуміли, что это уже рідна земля? Была произнесена фраза: сейчас мы вам будем освобождать руки, глаза вы себе повязки снимаете сами. Вот. И когда освободили руки, ты видишь, что форма другая и другая, в общем-то, что это белорусские были, видно, сотрудники, инспектора. Вот. После этого зашли двое парней, ну, правда, без каких-либо опознавательных знаков, и, в общем-то, объявили, что парни, приветствуем вас, все, говорит, вы дома. Ну, уже на нашей рідній українській мові звернулися до нас, привітали нас. І перше питання, яке пролунало в автобусі, це було: ми вже в Україні чи ні? Сказали: ні, до України треба ще метрів 300-400 пройти пішком. Ну, в общем-то, що всі з радістю і зробили. Емоції просто захльостували кожного з нас. Просто, це неймовірне чувство. Що ви найперше зробили, коли перетнули кордон? Звісно, це телефон. Можно ли позвонить, тоже проблем не было, со всех сторон, пожалуйста, звоните. Ну, естественно, это связь с женой, связь с семьей, о том, чтобы сообщить им о том, что ты, все, ты в Украине. Кому первому зателефонували и что почули у слухавці? Не, ну, конечно, позвонил жене, потому, ну, позвонил жене первой, да. Ну, что услышал? Услышал крики радости, все, слезы. Ви родом із Маріуполя, да. Я правильно розумію? Ми всі, да, маріупольці, вся моя сім'я, ми всі маріупольці.
Що зараз із вашою домівкою і які у вас взагалі плани на майбутнє? Плани у всіх маріупольців – це забрати свій город назад, вернути. Ну, к сожалению, мы понимаем, мы видели то состояние, в каком находится этот город. То, что говорят в средствах массовой информации, это правда. Города практически нет. Поэтому даже если его освободить, это, я не знаю, ну, минимум 2-3 года это надо для того, чтобы запустить жизнь в нем и вернуться туда, жить полноценной жизнью. Это даже обсуждать не стоит. По последней информации, именно моя квартира, хоть там и было два прилета бомбовых ударов, дом без окон, без дверей. То есть все, что было, балконы, двери, окна, это все наружу, все это. Ну, стены, потолки целые, поэтому будем надеяться, что квартира, вернее, сам дом останется целым, а все остальное наживное. Я так розумію, зараз вам вдається якимось чином допомагати рідним полонених, які досі залишаються у лапах росіян. Я смотрел вот на прошлой неделе репортаж. Здесь в Киеве проходил сбор женщин, они собрались. Это были именно родственники наших моряков, которые защищали Мариуполь в порту, а потом принимали участие во всем порту. Я увидел фотографию парня на плакате, да, и я узнал этого парня, я был с ним в Горловке, в одном бараке мы были. Мы вышли на редактора этой передачи, ну да, Интер и передавал эту передачу. Через 2 дня на меня вышли, позвонила мама этого парня, бойца нашего морячка, и я ей, в общем-то, все рассказал о его здоровье, о том, где он находится, о состоянии, о нем у нее была последняя информация в начале июля. Сергій, ми вам дуже вдячні за це ваше рішення, за все, що ви зробили, і в тому числі за те, що знайшли час і сили зараз зустрітися із нами. Хочу поблагодарити всіх, хто підтримує, ну і воєнних, і не тільки воєнних, підтримує і переселенцям, і спасибо нашим жителям, нашим українцям, які проявляють стільки сердечної теплоти, оказується у нас у всіх, що це, ну, непередаваемое ощущение для всех, и тех, кто воюет, и тех, кто находится в тылу. Это просто одна большая, действительно, вот горе нас действительно объединило. Хотелось бы, чтобы после окончания войны Украина продолжала оставаться такой же сплоченной, дружной и любвеобильной, какой она всегда и была и будет, я надеюсь.